Тыкву трем на мелкой терке. Нам нужно 2 стакана. Натерли тыквы 2 стакана. Можно на любую, среднюю или мелкую терочку, как вам нравится. 1,5 стакана манки. 0,5 стакана сахара. С 1 лимона цедру. А сок пойдет в наш сироп. Кефира 250. Все быстренько размешиваем, чтобы не успела разбухнуть наша манка. Смазываем нашу форму быстренько. Выкладываем быстренько наше тесто. Распределяем ровненько. Ставим духовку на 180 градусов на 40 минут. Делаем сироп. 0,5 стакана воды. 1 стакан сахара. Сок 1 лимона. И кипятим ровно 3 минуты от момента закипания. И даем остыть. Пирог наш хорошо поднимается. Красивый становится такой. Как видите, не удержались. Мы горячим пробуем наш вот этот пирог. Смотрите, он какой. Он пропитался. Вот он. Я думаю, что если он остынет, он будет намного вкуснее и пышнее. Ну, пока вот так вот. Все делала по рецепту, но так рыхлости я не дождалась. Вот он остыл у нас пирог, и вот такой вот у нас получился. Очень вкусный. Вот. И что я хочу сказать, можно меньше сахара, очень-очень сладкий.